Сегодня задержанный накануне бизнесмен Сымбат Саакян был помещен в изолятор временного содержания. Напомним, днем ранее к застройщику нагрянули полицейские, которые задержали его по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий Саакян пожаловался на плохое самочувствие и вызвал скорую помощь. Однако врачи, осмотрев бизнесмена, дали санкцию на его арест. В настоящее время Сымбат Саакян помещен в изолятор временного содержания. В ближайшие дни его доставят в суд, где изберут меру пресечения. По версии следствия, предприниматель обманул своего бывшего сотрудника, с которого брал плату за покупку квартиры, но недвижимость на него так и не переоформил. По данному факту возбуждено уголовное дело.